Далеко еще? Даниэль? Это здесь. Ну и что здесь такое? Для чего это, Даниэль? Помогите! Помогите! Эй, я здесь! Стойте! Помогите! Саид, послушайте! Эй! Эй! Сюда! Пожалуйста, помогите! Помогите! Не вздумайте ему верить! Эй! Он один из них? Я не представляю, о чем она говорит. Она ненормальная. И давно он здесь висит? С прошлой ночи. Пожалуйста, выпустите меня. Меня зовут Генри Гейл. Я из Миннесоты. Пожалуйста. Он врет. Я освобожу его. Не надо. Спасибо. Вы совершаете ошибку, Саид. Ничего, все нормально. Погодите, сейчас я вам помогу. Вот так. Не волнуйтесь. Нет! Стойте! Даниэль, не надо! Вы могли его убить. Если бы хотела убить, то убила бы. Вы стреляли без всякой причины. Он один из них, говорю вам. Свяжите его. Отнесите к своему доктору. Мертвый он не нужен. А что потом? Поговорите с ним, Саид. Насколько я помню, это ваш конек. Но учтите, он будет лгать. Очень долго и упорно.